Ивантеевскому музыкально-драматическому театру уже более 20 лет. Некоторые из актеров работают здесь с самого открытия. Я служу в этом театре не только для себя, для своей души, для своего самого выражения, но и для того, чтобы люди, живущие в нашем городе, ну, во-первых, знали хотя бы, что мы есть, наш театр есть, чтобы они сюда ходили. Сейчас в зрительном зале только актеры и журналисты. Главный режиссер и художественный руководитель рассказывают гостям о будущих постановках, показывают сценические декорации, знакомят с главными звездами театра. Театральное искусство – это что-то волшебное, потому что каждый спектакль, каждая роль – это какая-то история. И ты, когда вживаешься в нее, ты прочувствуешь, как жили люди, допустим, в другом веке, если это мы берем какой-то исторический спектакль, который у нас тоже есть. С профессиональной точки зрения, я считаю, что театр в этом городе очень хороший. Мы работаем на профессиональном уровне. И сравнивая с московскими постановками, мы ничем не уступаем. Сейчас актеры активно готовятся к открытию юбилейного, 25-го по счету театрального сезона. Он состоится 28 августа в 16 часов на площади перед Центром культуры и искусств имени Кекушева. Иван Чинаев, Фарид Галиев, Мария Барсукова, ИТВ.